right? Right, we will dwell on the prayer. Okay? We will read the text 25. Читаем Шримад Бхагаватам, девятую песню, пятую главу. Жизнь в этом мире спасена, текст 25. Before getting to the text, the time of this is limited here. До того, как перейдем в стихон, давайте прочитаем на принятие молитву. Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Jiraye Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Sattama Shloke Bhaktir Bhagavata Naishthiti Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Evam Vidhaneka Gunasaraja Evam Vidhaneka Gunasaraja Evam Vidhaneka Gunasaraja Vidhaneka Gunasaraja Paratmani Brahmani Vasudeve Kriyakalapai Samvaha Bhaktim Kriyakalapa Samvaha Bhaktim Yaya Virinichya Nirayacham Chakara Yaya Virinichya Nirayam Chakara Evam Vidhaneka Gunasaraja Paratmani Brahmani Vasudeve Kriyakalapai Samvaha Bhaktim Yaya Virinichya Nirayam Chakara Evam Vidhaneka Gunasaraja Paratmani Brahmani Vasudeve Kriyakalapai Samvaha Bhaktim Yaya Virinichya Nirayam Chakra Evam Vidhaneka Gunasaraja Paratmani Brahmani Vasudeve Kriyakalapai Samvaha Bhaktim Yaya Virinchya Nirayam Chakara Evam Vidhaneka Gunasaraja Paratmani Brahmani Vasudeve Kriyakalapai Samvaha Bhaktim Yaya Virinchya Nirayam Chakara
Эвам. Таким образом, видание кагуна, обладающий разнообразными благими качествами. Са, он, Махараджа Амбариша. Раджа, царь. Паратмани, сверхдуше. Брамани, браману. Васудеви, Васудеви, Кришне, верховной личности Бога. Крия-калапай, практическими делами. Самуваха, исполнял. Бхактим, преданное служение. Я-я, которым? Аверинчьян, да высочайший из планет. Нираян, до планет ада. Чакаря, на опыте убедился, что повсюду живое существо подстерегает опасности. Перевод и комментарий у Божественной милости Шрилы Прабхупады. Благодаря своему преданному служению Махараджа Амбариша, наделенный всеми духовными качествами, полностью сознавал Брахман, Параматму и Верховную Личность Бога, и его преданное служение стало совершенным. Как чистый преданный Господа, он считал, что даже высшая планета материального мира ничем не лучше адских планет. Комментарии. Возвышенный и чистый преданный, подобный Махараджа Амбариша, полностью сознает Брахман, Параматму и Бхагаван. Другими словами, преданный Васудевы, Кришны и в совершенстве знает все другие ипостаси абсолютной истины. Абсолютная истина постигается на трех уровнях. На уровне Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Брахмити, Параматмити, Бхагаваны, Тишабьете. Преданный Верховной Личности Бога Васудевы знает все. Васудева Ксарвам Ити. Ибо Васудева Кришна включает в себя и Параматму, и Брахман. Преданному нет необходимости постигать параматму с помощью специальной системы йоги. Тот, кто всегда думает о Васудеве, уже является лучшим из йогов, йогинамапи сарвишам. Что же касается гьяны, то если человек стал совершенным преданным Васудеве, значит он стал махатмой. Васудева сарвамитиса махатма судурлова. Махатма – это человек, обладающий полным знанием абсолютной истины. Махараджа Мариш, как преданный Верховного Господа, знал все о параматме, о брахмане, о майе, о материальном мире, о духовном мире и о том, что происходит повсюду. Ему было известно все. Ясмин виджата сарвам и вам виджатам бхавати. Поскольку преданный знает Васудеву, он знает и все, что происходит в творении. Творение Васудевы, Васудевах Сарвам, Ити Самахатма Судурлабах. Такой преданный не видит никакой ценности даже в самых высших проявлениях счастья в материальном мире. Нараяна Парах Сарве, Накуташчана Випьяти, Сарвапарка Наракешфа, Питульярд Хадаршана, Бхагаватам 6.17.28. Преданный, постоянно занятый служением Господу, не чувствует влечения ни к какому положению в материальном мире. Поэтому Шрила Прабхупада Сарасвати написал читание Чандрамрита 5, большой стих на санскрите. «Тому, кто, служа великим душам, подобным читанию Махапрабху, стал чистым преданным, состояние кайвалии, слияние с Брахманом, кажется ничем не лучше ада. Что касается жизни на высших планетах, то для преданного она подобна фантасмагории или миражу в пустыне». А совершенства, обретаемые на пути йоги, преданного не привлекают, потому что их нельзя, потому что их цель и так доступна ему в преданном служении. Все это становится возможным тогда, когда человек развивает в себе преданность Господу, следуя наставлениям читаний Махапрабху. Sri Chaitanya Mahavishnu Sabitam Yena Kutale Swayam Rupa Ramishyam Tadashu Sarkaram Chitam Vande Aham Shri Guruam Shri Gita Paramalam Shri Guruam Vishnavam Shri Rupam Sadhajatam Sarkana Padunatam Nihantam Shidhikam Sadvaitam Sadvatutam Parijana Sarkaram Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sarkana Vita Shri Vishakam Tam Shri
Итак, мы подходим к концу этой истории про Амбаришу Махараджу и Дурвасу Муни. So, one of the major learnings from this pastime is given in these words. И одно из самых главных уроков, которые мы можем извлечь из этой истории, дан в этом стихе. Very nicely explained in the words and also by Prabhupada in the purport, superiority of devotional service over the other functions of the past. И очень хорошо Шрила Прабхупада объясняет в стихе и в комментарии превосходство преданного служения над другими трансцендентными путями. И Шрила Прабхупада, по крайней мере, три раза процитировал в этом комментарии стих Васудева Сарвамити Самахатма Судор Лабах. So it is worth meditating upon the meaning of this verse, Vasudeva Sarvamiti Samahatma. Давайте вот помедитируем на значение этого стиха «Васудева Сарвамати». И что оно может значить для нас, как для преданных? И, естественно, мы очень можем гордиться, когда Кришна говорит в Бхагавад-гите, что нет никого лучше преданных. И мы думаем, ну, конечно же, мы же преданные. И если проанализировать этот стих, то мы увидим, а в чем заключается ответственность преданного. И вообще, если посмотреть на всю эту историю, мы из этого можем увидеть. И признак сознания — это знание. И любое живое существо, которое вообще сознающее, у него есть какой-то определенный набор знания. Потому что без знания вообще никакого значения сознание не имеет. Но сколько этого знания, какого рода он, живое существо имеет знания, зависит от развития его сознания. И вот разного рода сознание очень хорошо классифицировано в ведических произведениях, как Анна-майя, Прана-майя, Гьяна-майя, Вигьяна-майя, Анна-майя. И также это сознание, на самом деле, оно развивается в соответствии с развитием тела в этом материальном мире живого существа. И, например, сознание Анна-майя — это такое сознание, когда живое существо думает, что просто мне нужна пища, чтобы выживать. И поэтому оно предлагает усилия только для того, чтобы раздобыть себе какую-то еду и больше никаких других усилий. Like a newborn baby.
То есть новорожденный младенец, он только лишь и понимает, что ему нужна еда. И естественно, он наделен этой способностью сосать грудь матери. Младенца никто не приходил и не учил, как же ему надо сосать грудь у матери. И вот так как он знает, как сосать молоко, то когда он проголодается, он сразу плачет. А когда уже желудок наполнен, тогда ему надо в туалет сходить. И по большому, по маленькому. И все больше он ни на что не способен. Называется сознание Аннамайи. Как деревья. У них тоже сознание Аннамайи. И они только лишь понимают, как дальше и дальше корни свои пускать, чтобы воды напиться, и листики распускать, чтобы получить солнечный свет. Они не знают, например, не умеют защищаться. Например, если кто-то приходит и что-то, какое-то зло причинит ребенку, ребенок не знает, как ему защититься. Так же самое, если кто-то приходит и хочет что-то сделать с деревом, дерево не знает, как ему защититься. Даже вот этого понимания самозащиты не присутствует вот в этом сознании Аннамайи. So, like that, there are different levels of consciousness where there is higher and higher recognition of reality which is within them and around them. И вот таким образом, с развитием разного уровня сознания, есть понимание большей реальности и все, что окружает. И даже до уровня Гьянамайи сознание все еще нельзя назвать духовным. And I can actually mold my happiness and distress, but there is no real spiritual thought about who am I and what is my actual position. И даже на уровне Гьянамайи человек может понимать, кто он, что он, и что есть какие-то счастья, у него несчастья, но никакого духовного понимания положения он не знает. And then there is Vijnanamaya state, where actually the inquiry of the spirit soul starts, that who am I? И на уровне Вигьянамайи начинается вопрос у духовной души, кто же я такой? The spirit soul does not take for granted his external identity as it is seen by his material senses or by felt by his material senses. Doesn't take for granted his external, like I see my body, is some color, is some way. I don't take it for granted that this is my identity. Doesn't take for granted means what? Let's take it step by step. We see and we experience things by our senses. То есть мы через чувства видим и испытываем вещи. And then we accept things what is seen and experienced by senses. И потом мы испытываем, принимаем то, что мы видим через чувства. For example, here Prabhu is sitting in front of me. Например, Прабху передо мной сидит. I am seeing him. Я его вижу. Is there? Он здесь. He's an artist. Он художник. I know him. Я его знаю. He can draw very nice art. Очень красиво может рисовать. And then I also know that he comes from Russia. И я также знаю, что он из России приехал. But which part of Russia? I don't know. Ну, конкретно откуда там из России, я вот еще пока не знаю. Maybe he doesn't even come from Russia. Maybe. He doesn't even come from Russia. А может, даже он и не из России приехал. Maybe from the United States. Может, из каких-то там республик близких. But my whole knowledge of entire CIS. Ну, мое вот понимание об этих всех местах России, я просто знаю, что это вот Россия там. Мадрасы. И как в Индии, например, любой, кто приезжает из Южной Индии, их называют из Мадраса, типа Мадрасы. То есть ограничение знания. И ограничение отождествления других и себя. Is he really, his real identity is really he's an artist?
Но его настоящая сущность в том ли, что он просто художник? И вот его настоящая сущность в том ли, что он русский? Какова же его настоящая сущность? И моя тоже сущность какова? Вот такие вопросы надо задавать. Вот отсюда начинаются духовные вопросы. И потом вот, с помощью этих духовных вопросов человек пытается отличить себя от грубого тела и тонкого тела. И, ну, так вот, грубо говоря, легко отделить себя от грубого тела. Потому что человек видит, что в какой-то момент тела, они просто умирают, и все. Но очень сложно, это сложнее отличить себя от тонкого тела. И деятельности ума. And also the thought process of intelligence. И также от процесса разума. And the identification of the false ego. И от отождествления себя с ложным эго. These are very difficult to differentiate ourselves from. И вот от этого нам очень сложно себя отделить. In fact, it is so difficult to actually differentiate the mind from the intelligence from the false ego that most of the time people get confused that whether it is mind or intelligence or false ego. И на самом деле даже очень сложно отделить ум от разума, от ложного эго, все эти три. Поэтому люди часто путаются, или это ум, или это разум, или это ложное эго, во мне говорят. But they all distinct functions. Но у них у всех есть определенные функции. What is the function of mind? Есть функция ума. What is the function of intelligence? И функция разума. What is the function of false ego? И каковы же функции ложного эго? They're all very distinct. Они очень-очень различны. And very nicely explained by Kapila Muni to his mother Devahuti in Kapila Shiksha. И очень хорошо это все объяснено Капилой Муни своей матери Девахоти в Капила Шикше. It's very nicely explained. Different functions of mind, intelligence, and false ego. И очень хорошо там объяснены функции ума, разума и ложного эго. So one has to actually understand the functioning of mind, intelligence, and false ego, and then one should try to differentiate oneself from these functions. И поэтому человеку нужно очень хорошо научиться определять функции ума, разума, ложного эго, и в конце концов отделить себя от этих всех функций. Mind is doing thinking, feeling, and willing. Ум, он занимается тем, что думает, желает. И еще что-то. А разум, он производит анализ. И разного рода анализ — это функция разума. И ложное эго основано вот на этих анализах ума и разума. И человеку нужно отделить себя от этих трех. Это называется уровнем гьяны. Это основа духовного уровня. И на этом уровне человек понимает, что я, оказывается, выше материи. Where one tries to make that cognizance practical by a certain practice. И потом наступает уровень йоги, когда человек вот это сознание вкладывает в практику. And that by the practice he tries to control his mind and he tries to control the different senses and the functions of the body. И с помощью такой практики он начинает учиться контролировать ум, свои чувства и функции тела. And this way, when the mind and the senses are controlled, and when actually reaches the state of samadhi, one gets to see Paramatma. И таким образом, когда он полностью сконтролировал ум и чувства, достигает ступени самадхи, и на этом уровне он видит Параматму. Then, even then, when he sees Paramatma, he actually gets the cognizance of the working of the material world. И когда он на самом деле видит параматму, он начинает понимать, как работает материальный мир.
Потому что поле деятельности параматмы — это материальный мир. В духовном мире параматмы нет. Только в материальном мире есть параматма. И он начинает очень хорошо понимать богатство и как работает материальная природа. И так как он начинает видеть параматму и понимать это все, он получает эти мистические совершенства и знает, как ими теперь пользоваться, аштанга, ситхи и так далее. И это естественно в соответствии с эволюцией сознания у человека, а человек обретает различные способности. Это не что-то очень удивительное. A dog has certain powers to act within the dog body because of its evolution of consciousness that it identifies itself as dog. Например, как собака, у него тоже есть определенные способности, чтобы он мог действовать в этом теле собаки, которое он получил по эволюции. He can bite. Он может кусаться. He can run really fast. Может бегать быстро. And he can smell. Может хорошо нюхать, чувствовать запахи. He can wag its tail. Может хвостиком вилять. То есть вот у собаки есть определенные способности. Но таким же образом у тигра больше таких способностей, чем у собаки. Но эти способности принадлежат физическому телу. А у человека больше способностей, потому что он может понять, как контролировать собаку и, например, тигра. Его сила в силе разума. В соответствии с эволюцией сознания у каждого есть определенные силы. Но все равно все эти силы проявлены пока что в материальной реальности. И таким же образом у гьяни тоже есть способности. То есть у него есть такая способность, сила, не обращать внимания на функции тела. И в Тамилнаду, это в Южной Индии, есть один очень известный гьяни. И о нем очень много историй рассказывают. Ну, естественно, он майявади. Ну вот просто расскажу вам, чтобы вы поняли, как вот эта гьяна работает. Однажды он очень проголодался. И он желудку стал говорить: это вообще неправильное время быть голодным посреди ночи. Мой желудок его не слушал. Но он решил: хорошо, желудок меня не слушает, надо его удовлетворить. So he saw the next available house. He simply entered the house in the middle of the night. He went to the kitchen. И он пошел куда-то, вышел на улицу, самый первый попавшийся дом, зашел туда, зашел на кухню, нашел какую-то еду и стал есть. Представьте себе, кто-то ночью входит в ваш дом, пошел на кухню, и все там, в общем, со всякими вашими с продуктами разбирается. Ну, естественно, домохозяева закричали: вор, вор, вор. И все прибежали с палками. И стали его бить. А он спокойненько сидел и доедал там что-то. И говорил. Он говорил: вот ты же меня не слышал. А вот теперь испытай, что ты вот получаешь сейчас. И вот он просто это все повторял во время того, как он продолжал кушать. Ты меня не слушал.
Вот теперь и получай, что заслужил. И ел, продолжал. И после того, как люди какое-то время били его, они удивились, что в чем дело вообще. Он просто продолжает есть и даже вообще не обращает внимания, что мы его бьем тут. И они его спросили, а ты вообще почему вот это делаешь сейчас? Он говорит, а мне желудок меня не слушает. Вот взял и проголодался посреди ночи. Я ему сказал, это неправильное время тут голодным быть. Ну не слушает меня. Ну, мне пришлось его удовлетворять. Ну, вот в этом процессе удовлетворения тело получало какие-то реакции за это, ну, я их получил, что делать? Я ему говорю, продолжаю. Вот, видишь, что ты получил? Просто из-за того, что ты посреди ночи взял и проголодался. Вот как гьяни поступают. Просто бесполезные люди. Они вообще не понимают, как вообще все делать правильно. Преданные знают, что нужно просто хороший Кришна Прасад покушать. Или если уж голоден, и Кришна вдруг ничего не дает, он просто принимает это как милость Кришны. И не врывается в чьи-то дома посреди ночи. И просто там рассказывает какую-то сухую философию. То есть гьяни, они просто могут вот так вот не обращать внимания на свое тело. А следующие — это йоги, которые получили мистические способности и могут контролировать материальную природу. Потому что на самом деле они увидели, что настоящие контролирующие материальную природу — это Параматма. И так как они получили квалификацию увидеть Параматму, и в соответствии со своими способностями они получили силы, как же манипулировать и контролировать материальную природу. То есть с какой-то точки зрения это не такое что-то особенное, что у этих йогов есть эти особые силы. Потому что у всех есть определенные способности в соответствии с развитым сознанием. У собак есть способность там лаять. У йогов способность контролировать материальную природу. Ну и все равно все это внутри материальной реальности. И вот в чем смысл вот этой истории Амбариш Махараджа и Дурвасамуни. Дурвасамуни — великий йог. Но у его силы было ограничение. Ему пришлось предаться преданному. Несмотря на его великое могущество, что он даже смог попасть на Вайкунтху. И на Кайласу. Может на Брахмалоку слетать. По всем разным местам может ходить. Но ему пришлось принять прибежище у лотосных стоп Махараджа Амбариши, когда он захотел все-таки спастись от Сударшан чакры. И вот здесь как раз можно сказать это утверждение Васуды Ваксарвамити Самахатма Судурлапах. И комментарий Шрила Прабхупада цитирует Упанишады. Он говорит, что тот, кто знает Кришну, он знает все. So what does this actually mean that Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlapa?
И что же по-настоящему значат вот эти слова Васудева Сарвама, те самагатма Судорлаба? Васудева Сарвама и изучает физикальность. Но Васудева Сарвама те это легко понять. Теоретически. Что все принадлежит Кришне. Все это энергия Кришны. Все принадлежит Кришне. Нет ничего, что вообще отличается от Кришны. В смысле, отделено от Кришны. Но в то же самое время Кришна говорит, что я в стороне от этого всего, как Верховная Личность Бога. Это изи. Это вот, вот легко понять, легкая часть этого. Но сложно понять это вот самахатма. И что же имеет в виду Кришна, когда говорит самахатма? И вот это очень важно понять, и вот на это надо медитировать. Особенно для нас, последователей Шрилы Прабхупады. Потому что это накладывает на нас ответственность. Быть, пребывать в знании. Человек, у которого нет знания, если он что-то делает, к этому не относится серьезно. Например, какой-то дурачок или сумасшедший человек что-то сделает неправильно, глупо, и никто к этому серьезно не отнесется. Естественно, его, может, остановят, как-то успокоят, но не будут к нему серьезно относиться. Но если человек, который находится в правильном сознании, сделает что-то неправильное, неподобающее, тогда он на самом деле получит очень суровое наказание. То есть иметь знание значит наложить на себя ответственность. И поэтому этот человек, который понимает, что Кришна есть все, его называют Махатма. Потому что он берет на себя ответственность. What responsibility he takes? И какую ответственность он берет на себя? He takes the responsibility of delivering himself and delivering all the souls, starting from Annamaya consciousness to Vijnanamaya consciousness. He wants to deliver them. И начинается это с того, что он хочет и себя освободить, и всех других живых существ, начинается с сознания Аннамаи и так далее, Агьянамаи. Он хочет всех их освободить, помочь. He is the well-wisher of everybody. Он является доброжелателем каждого. И он не является врагом никого. Например, как мы видим, Махарадж Амбариша, он не является врагом Дурваса. Даже когда Дурваса захотел его убить, Амбариша все равно продолжал хотеть его спасти. И даже когда Дурваса Муни пришел, вернулся и припал к его стопам, Махараджа Амбариша, он смутился. И он не чувствовал себя как-то комфортно. Он не подумал, ну действительно, я же такой великий, наконец-то он-то понял, пришел ко мне в стопы и упал. Он так не думал. Он очень сильно смутился, смущался. О, величайший йог. Такой великий браман. А я просто кшатри какой-то. Почему он падает к моим стопам? Не очень хорошо это. И вот таким образом он очень сильно был смущен. И он желал только добра Дурвасе Муни. И он очень прекрасные молитвы предложил Сударшан Чакре, чтобы спасти, защитить Дурвасу Муни. Вот это называется Махатма. В любых обстоятельствах преданный остается доброжелателем всех живых существ. So what does it practically mean to be a well-wisher of all living entities as followers of Prabhupada?
И что же на практике значит быть доброжелателем всех живых существ, как последователем Прабхупады? So that is given very nicely in Bhagavad Gita itself. Satatam kirtayam tamam. Очень хорошо в Бхагавад Гите это описывается вот в этом стихе Сататам киртаян тамам. That being a Mahatma or being a follower of Mahatma or being in knowledge simply means to spread the Sankirtan movement. И быть Махатмой или последователем Махатмы значит распространять движение Санкиртаны. Being a follower of a great soul, being in knowledge means giving our life to spread the Sankirtana. То есть быть последователем великой души и находиться в знании значит серьезно отнестись к распространению сознания Кришны по всему миру. Giving our mind, intelligence, resources, all these things simply to spread the Sankirtana movement. И посвятить все свои возможности, ум, разум, все ресурсы на распространение сознания Кришны. Not be afraid of facing opposition in spreading the Sankirtana movement. И не бояться никогда какой-то оппозиции при попытках распространения сознания Кришны. To remain bold in presenting Prabhupada as a piece. И быть, оставаться смелым, представляя Шрила Прабхупаду, как он есть. And remain chaste to the parampara started from Rupa Goswami, glorified by our previous acharyas like Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, etc. И оставаться целомудренными нашей парампаре, нашим предыдущим ачарьи, начиная с Рупа Госвами, Бхактивинода Такура, Бхактисиддханта Сарасвати. This means that we are in knowledge. И вот это значит, что мы пребываем в знании. To actually take the holy name, to take the message of Bhagavatam and give it all over the world. И вот это и значит, что по-настоящему принять святое имя, послание Бхагаватам и раздавать его другим. To prepare ourselves for this task. И подготовить себя к этой задаче. Because giving the holy name, giving Bhagavatam is not easy. Надо подготовиться к этой задаче, потому что даже повторять святое имя, читать Бхагаватам не так-то просто. Это не теоретический процесс. Например, когда вы идете учиться в университет, чтобы выучить какую-то тему, какой-то предмет, чтобы стать в этом опытным, получаете там степени разные. You become a professor at the university. Например, потом становитесь профессором в этом университете. And then you start teaching the same subject to everyone. И начинаете тот же самый предмет других учить. Spreading the message of the holy name and Bhagavatam is not like that. Но распространять святое имя и Бхагаватам это не так. It does not depend on our level of intelligence. Но это все не зависит вообще от нашего даже уровня разума. The source of intelligence. Not depend. It's not dependent on our intelligence, but the source of our intelligence. Depend on the source. No. This process itself is the source of intelligence. То есть этот сам процесс является источником разума. When we apply ourselves properly to the process, then we can become intelligent. То есть на самом деле, когда мы себя правильно вовлекаем в этот процесс, применяем его в своей жизни, это становится источником нашего разума. Потому что Кришна говорит, что я тебе дам разум, с помощью которого ты сможешь ко мне прийти. Это совсем другой разум. Это духовный разум. One should be very chaste for the parampara. И чтобы получить такой духовный разум, такую квалификацию, нужно быть очень целомудренным в нашей парампаре. One should be very, very strong in understanding and properly teach the Prabhupada's teachings. И нужно быть очень сильным и глубоко понимать учения наших учителей Шрилы Прабхупады. One should have unflinching faith. И нужно иметь неколеблющуюся веру в слова Шрилы Прабхупады. Вот это настоящие квалификации. И Ямарадж даже в самом Бхагаватам говорит, что понять Бхагаватам это не так-то просто.
Он говорит, вообще никто не может понять Бхагаватам. Not the Siddhas, not the Charanas, not the demigods, not the great sages. Ни ситхи, ни чараны, ни полубоги, ни великие мудрецы. Not the demons. Ни демоны. Not the human beings. Ни люди. Who can understand? Но кто же тогда может понять? Who can really understand the message of Bhagavatam? Кто по-настоящему может понять послание Бхагавата? Только 12 человек знают по-настоящему, в чем смысл Бхагавата. Только мы знаем, никто другой. To really understand Bhagavatam, one has to actually follow the path of the soul mind. И чтобы по-настоящему понять Бхагаватам, нужно следовать по стопам этих 12 махачан. Поэтому вот говорится этот стих, что нужно следовать по пути махачан. И понимание, распространение Бхагавата можно лишь тогда правильно выполнять те могут, кто следует по пути и по стопам махачан. А что, каково доказательство того, что кто-то следует по пути махачан? И в Чайтанья Чаритамрите описывается один брахма, который каждый год приходил. Чайтанья Махапрабху задавал один и тот же вопрос из Кулиаграма. Он приходил и спрашивал у Махапрабху, кто такой вайшнав. И каждый год Махапрабху ему разный ответ давал. И один раз ему сказал, просто тот, кто повторил хотя бы единожды святое имя, он уже вайшнав. So next year he gave a different answer. И как другой год он дал другой ответ. He said that whoever is sincerely chanting the holy name and whoever endeavors to chant the holy name properly is Vaishnava. Он сказал, что тот, кто искренне воспевает святое имя и прилагает очень искренние и серьезные усилия воспевать, вот это Вайшнав. So the third year he gave a different answer. А в третий, на третий год он дал другой еще ответ. He said a person whose very presence inspires everyone to chant the holy name is Vaishnava. Он сказал, что в присутствии той личности, когда если его видят другие, они вдохновляются воспевать святое имя, вот это и есть вайшнав. So this way we understand that there are Kanishtha Adhikaris, there are Madhyama Adhikaris, and there are Uttama Adhikaris. То есть таким образом можно понять, что есть Kanishtha Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari. And Uttama Adhikari is a real Mahatma. И Уттама Адхикари был настоящий махатма. И он по-настоящему доброжелатель каждого. И просто одно его присутствие уже вдохновляет всех остальных воспевать святое имя. Это вдохновляет его присутствие всех других воспевать святое имя. Естественно, без сомнения, Шрила Прабхупада, он является таким махатмой. И он распространил святое имя по всему миру. И по его милости святое имя воспевается сейчас по всему миру непрерывно 24 часа в сутки. Я уверен, что где-то в какой-то части земли сейчас группы какие-то санкиртаны, харинамы поют святое имя. Кто-то на санкиртане сейчас распространяет книги. И на протяжении всех 24 часов в сутки эта работа продолжается. И вот если заниматься этим, значит пребывать в знании. И вот это ответственность человека, который понимает этот стих Васудева Сарвамати. То, что он хочет быть другом каждого. Быть доброжелателем каждого. Это значит давать святое имя, давать Бхагаватам каждому. This is the greatest lesson from this pastime of
И вот это величайший урок из этой истории Самхариши Махараджи Дурваса Муни. Давайте тут остановимся. Есть ли какие-то вопросы, комментарии? Правильно ли выше сказано, что мы можем распространять сознание Кришны только из тех знаний, которые дал Прабхупада в своей книге? So is it correct understanding that we can distribute the holy name and the books only on a base of knowledge which we're getting from the Prabhupada books? Да, для нас это правильно. Нет сомнений. То, что мы следуем же за Прабхупадой. And then whatever we require to go back to Godhead. By participating in the Sankirtan movement, by participating in the speaking movement. И все, что нужно нам для того, чтобы вернуться к Богу, участвуя в Санкиртане, в этом движении Санкиртаны, все это нам дал Шаурапада. Ничего нету, чего-то не хватает. Никаких нет недостатков вот в этом. То, что дал нам Шрила Прабхупада. Если мы просто сконцентрируемся именно на том, что нам дал Шрила Прабхупада, и именно построим свою жизнь в соответствии с его посланием, естественно, мы станем доброжелателями каждого. Прабхупада приводит пример почтальона. Сам почтальон, он не богач. Но иногда он приносит деньги. И он не берет себе какую-то часть денег из тех денег, которые пересылают. Он просто их приносит. И вот таким образом, когда мы становимся просто почтальонами Шрилы Прабхупады, в этом наша слава. Если мы представляем именно вещи, как они есть, not dilute. Не подмешиваем ничего, not change. Не меняем, not apply our, не туда не вмешиваем свой маленький разум. Если мы просто концентрируемся на том, как представить Прабхупаду, тогда Шрила Прабхупада даст нам разум. Как распространять это движение. И все, и тогда наша жизнь будет очень славной. И уже не будет никакой необходимости еще где-то чего-то искать. Немножко подробнее можете рассказать о духовном и материальном разуме? Прабхупада приводит пример, если железную палку, ее суют в огонь, и тогда эта железная палка накаляется и становится практически огнем. И теперь, если вот эта вот железная палка, она переняла эти качества огня, а что же, она осталась палкой или огнем стала? Теперь она стала огненной палкой. Но с качествами уже огня. Потому что на самом деле она пообщалась с огнем. Поэтому очень хороший стих здесь приводится Шрилой Прабхупадой. Это стих, который написал Прабхудананда Сарасвати. Жалко, что мы не можем, нет времени пообсуждать этот стих. Очень глубокий смысл в комментарии. И на самом деле в этом комментарии очень много важных пунктов обсудить. На самом деле много часов можно этот комментарий обсуждать.
I took the essence of Prabhupada's repetition of the, like, the sloka three times and then just try to expand on that. Ну, я вот сосредоточился на именно том стихе, который Шрила Прабхупада три раза упомянул, и пытался это объяснить. But then, here, in this verse, it is nicely explained that Kaivalya Narakaya, that merging with Brahman is like existence. И как здесь хорошо объясняется в этом стихе, что для преданного вообще погружение в Брахман — это как попасть в ад. А потом он говорит другие слова. Looking blissful. Материальный мир иногда выглядит таким блаженным. Преданный, пожалуйста, помолчите, очень как-то это отвлекает. И это полностью противоположно традиционному пониманию духовности. То есть погружение в Брахман — это значит ад, а материальный мир — это блаженство. Это очень интересные слова, как вот эти две вещи, так вот они вместе сравниваются. Потому что преданный понимает суть этого стиха Васудева Сарвамати. Еще один хороший стих из Чайтанья Чаритамриты есть. И если такой человек видит движущихся живых существ, неподвижных, он просто видит Кришну в этом. Он не видит каких-то живущих или там неживущую материю. Просто все вокруг напоминает ему о Кришне. Потому что он так сильно погружен в своего Иштадева, да он не может даже ничего другого увидеть вокруг. И вот сам факт, то, что ему вдруг надо забыть своего Иштадева, и оставить свое понимание того, что я слуга, и пойти и погрузиться в какой-то, раствориться в Брахман, это просто для него просто немыслимо. Он даже подумать об этом не может. Как это вообще может быть такое, что я перестану служить Кришне? И думать еще при этом, что я могу быть так счастливым. Как это вообще может быть? Я не может этого понять. Вот это называется Васудева Сарвамати. То есть на самом деле меняется природа сознания. То есть природа разума. В материальном мире сознание сводится к тому, как уменьшить страдания, как увеличить наслаждение наше. Only happiness of? There is no cognizance or duality of happiness and misery, but simply there is cognizance of happiness in everything. И ну, на духовном уровне человек хочет подняться на такой уровень, где он уже не будет различать страдания или счастье. Он просто будет счастлив от всего, что происходит. So, that's what it actually means, that the material intelligence, like, Krishna gives intelligence, means that he actually converts the material intelligence to spiritual intelligence, like iron rod becomes fire. Кришна, он просто помогает, он как бы превращает материальный разум в духовный разум, как вот этот железный пруд превращается в огонь. Но это лишь может случиться тогда, когда этот пруд пообщался с огнем. Это значит, для нас общаться со святым именем, с преданными. И тогда все произойдет. Наверное, остановимся здесь. Ча-ч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 а-